денежку. Конечно, любимая, сейчас за кошельком схожу. Мои пышечки на булочке. Грибаш. Дай на беляш. Припончик, дай еще на батончик. Держи все. Спасибо. Ну, наконец-то, сейчас поедим. Что будете заказывать? Лаваш, бургер, колу. А ты что будешь? А мне только воду. Блин, он у меня такой щедрый. Надо его отблагодарить. Алло, Джобс Москва? А можно айфончик заказать? Дорогой, у меня для тебя подарок. Блин, может себе оставить? Нет, не этот. Кое-что другое. Take off, take off, take off. Глеб, расскажи, пожалуйста, секрет своей белоснежной улыбки. Ну вот кальян принесешь, тогда расскажешь. А теперь станцуй. В смысле? Теперь рассказывай. Клубника с содой. Традиционный рецепт испокон веков. Блин, они помогают. Сейчас попробуем кое-что еще. Так, Глеб, еще хуже стало. У меня есть 100% метод. Чуваки, сейчас девчонка придет, она такая бомба. О, так расслабьтесь, она моя. О, а вот и она. Ну чё? Ты просто супер. Пожрать есть чё? Пойдем. Ну привет. Для меня, о, для нарк, холодильник, как голика барка, да. Как приталенный лепень пижона, что бросил свой брабус на паркинге. Эй, толстый. Эй, толстый. Эй, толстый. Эй, толстый. Это чё, всё? Могу, съедаю в минуту по окорок. Да какой нахрен багет, она так жирная. Дорогая, ну пирожок, ну ты чего плачешь? Ну он же не со зла так тебя назвал. Ты забрал мою вкусняшку! Ну, так у меня еще ты есть! Ты нужна мне, как не прожить. Она закрыла инстаграм, ла-ла-ла, чтоб я не смог за ней следить, да-да-да. И удалила свой ВК, свой ВК. Do you remember? Привет, чё с тобой? Я не достоин даже тени твоей. Я не достоин даже жизни моей. Куда мне теперь в окно, либо твою дверь? Maybe. Я не достоин даже тени твоей. Я не достоин даже смерти моей. Малыш, не делай этого! Помнишь, как моя повелась на тот развод? Да. Так она еще готовить абсолютно не умеет. Приятного аппетита, милый. Я уже устал дошки жрать. Так в чем проблема? Подари ей мультиварку. Вот этот аккаунт разыгрывает множество бытовой техники. Все, что тебе нужно сделать, подписаться на профиль и на всех спонсоров. И мультиварка твоя. И все? Да. Офигенно. Петюша, а у меня для тебя подарок. Спасибо. А что это? Тебе пригодится. Малыш, не делай этого! Меня Карлсон. Пойдешь со мной? Пойдем. Вечером в пятницу. Лучшее платье и иду гулять. Мне слезы не к лицу.
все исправим. Детка, ты словно Ламборгини. Белиссимо. Официант, варенье даме. Дорогая, посмотри на себя. Какой ты, Карлс? Ты ангел. Ангелина. За шторкой там раз. Да куда тебе еще есть? Ты и так толстая. Бесит, я толстая. Многие девушки думают, что стройная фигура обеспечит им бесчисленное внимание парней. Шопинг станет удовольствием. А мужчины будут просто носить вас на руках. Но это не главное. Забейте на мнение окружающих. Любите себя. И тогда весь мир влюбится в вас. Это была любовь или сон? Или сон? Пускай тебя любовь и сон. В унисон. Никто не угадает. Ай-яй-яй. О чем же мы мечтаем? Что, теперь по магазинам? Пойдем. Пойдем. Была любовь или сон? Но помните, девчонки, что носить на руках вас может не каждый. Смотри на себя. Какой ты, Карлс? Ты ангел. Ангелина. Так на чем мы остановились? Рахнулся попочку под ним. Фристайл! Ертит, колотит, что за коровка? Королева сидит. Рыжий микрофон! Молодой человек, вы создаете проблемы нашему свиданию. Но Дон Глебон привык решать проблемы дипломатическим путем. Покиньте наше пространство. Surprise, motherfucker! Я себе это дыму скиф. Попку обычно свою. Так, милая, мы уходим. Они у меня еще попляшут. Приветик, давно не виделись. Может, встретимся? Парня своего покажешь. Парня своего покажешь? Хорошо, давай. Ой, привет. Приветик. Да, я думал, это стереотип. В смысле, какие стереотипы? Ну как, у каждой девушки должна быть страшная подружка. Ладно, ладно, тогда план Б. Господа, предлагаю по традиции перед Новым годом собраться в баньку. Ну что мы с этой тушей делать будем? Ну что с ним делать? Повезли к толстухе. Ну что, заходи, раз уж пришел. Все хорошо, ты держись, раздевайся, ложись, раз пришел. А вообще, кто же рухи его привезли-то? Это пофиг. Новый год, в морозных окнах свет зажег. Для одиноких Новый год. Скажи, у нас что-то было? Ну да, мы вместе поели. И не только! Ангелин, мне нужно тебе кое в чем признаться. Молодой человек, можно поаккуратнее? Конечно, будем поаккуратнее. А этот Дон Глебон не так уж и прост. Микола, разбери. Утро 1 января у людей, которые весело провели время. А сейчас я вам расскажу, как сделать этот праздник незабываемым. Обязательно нужно проснуться в оливье, но чтобы в нем проснуться, сначала в нем нужно уснуть. А также под бой курантов загадать желание. И если вы сделаете все правильно, оно обязательно сбудется.
Ну и не забываем креативно поздравить своих друзей с этим замечательным праздником и зарядить всех в позитив.